Привет, дорогие подписчики, вот мы снова на участке, это канал Лиотский Хаус. Сегодня мы будем прокапывать траншею. Я вот все-таки решил еще поднапрячь ребят, мы уже ее чистили, там в одном из видео это уже было показано, что мы ее чистили, но я решил все-таки уже сделать более-менее грамотно. Сейчас мы чуть-чуть еще подберем, чтобы сделать хотя бы там около 70 сантиметров. Потом выполним подсыпку из песка, уложим наши кабели. Потом опять выполним подсыпочку, но это все буду освещать подробно. Потом уложим нашу ленту, которая будет сигнализировать, что у нас здесь что-то закопано. И приступим потом уже обычным вот этим нашим черным грунтом, закопаем все под основание, под нашу планировочную отметку. Вот смотрите, сколько бухт всего у нас тут назаказывалось. Я просто буду закапывать кабель сразу под наши все сооружения, под гараж, под дом и под нашу временку, которую мы сейчас вот будем делать. Времянка будет, на времянку я буду, везде я буду кидать алюминиевый кабель сечением 10 миллиметров квадратных пойдет на времянку, а на гараж и на дом я буду кидать 16 миллиметров квадратных. Почему такие большие сечения? С каждым годом прибора все больше становится, неизвестно, может мы, блин, скоро будем уже на машинах электро ездить, эти зарядки и все остальное. Нагрузка очень большая на сеть будет, поэтому предусмотрим сразу все. Так что оставайтесь на канале, смотрим. Сейчас будем протягивать наш кабель. Ребята еще там, вот ребята, которых я брал в помощь, они там еще на соседнем участке помогают, заканчивают работы. Как только там закончат, присоединятся к нам. А мы пока будем разбираться с кабелями, бухтами гофрированной трубы ПНД-шной. Так что не переключайтесь, смотрим дальше. Так, приступим к разгрузке. Вот смотрите, про какую ленту я говорил. Вот, осторожно, кабель. Вот эту мы будем укладывать. Разбираем наши гофры. Оп. Оп. Много этих. Вот под 16 кабель я брал ПНД-шку 40-ку диаметром 40, а под десятку я брал 32-ю ПНД. Вот наши бухты. Кабель тяжелый, у меня, как помните, спина подорвана. Я вот боюсь вот это вот все тяжелое поднимать. Боюсь за спину. Но этот еще более-менее десятка. Вот 16-й, мне кажется, он тяжелый будет. Сейчас, может, у ребят помощи попрошу. Не смотрите, в машине у меня тут хлам. Все навалено, но это надо, необходимо. Пока нету времяночки и инструмент, нельзя где-то скинуть, поэтому приходится все возить с собой, все в машине. Вот это дура уже тяжелая, честно вам сказать. Так вот. Как-то так. Наш основной инструмент. Мы любим только копать. Пока больше у нас ничего другого не получается. Пойдем, ребята, сходим в гости к нашим соседям. Они сегодня вот снимают опалубку. Сегодня они чуть-чуть прекращают работу, уезжают на другой объект. Но
Пойдем поздороваемся. Привет! А? В гости зашел? Поздороваться решил. Вот, ребят, мы уже приступили к раскапыванию, по прочистке траншеи. Вот уже Фердаус пришел, Нурали еще подтянется, но мы потихоньку уже начали копать. Вот сейчас я буду растягивать вот этот кабель, потихоньку будет дело идти. Так, ребят, одну протяжку я потерял. Получается, я сейчас достану гофру, не хочу обрывать. Придумал себе дурацкую работу. Поэтому сильно на меня не обижайтесь. Будем использовать гвозди, магнит и веревочку. Я думаю, все вместе у нас получится. Всегда загибайте протяжки, когда вот она выступает, загните ее. Я не загнул, начал растягивать. С одной стороны пока прицеплял, с другой стороны я потерял. Поэтому давайте по-другому вы поступаете уже в следующий раз. Я это делаю просто первый раз. Поэтому вот я взял магнит. Ну что, приступим. Возьмем наш гвоздик. Мы получили нашу протяжечку. Тот же болтик. Эту протяжку можно снять. Она нам уже не нужна. Так, вот смотрите, ребята уже там подчищают у нас все до конца. Молодцы. А мы мучаемся с одной протяжкой. Такие вот дела. Ну, мне кажется, всегда, когда первый раз что-то делаешь, если ты еще предварительно это не посмотрел на YouTube, всегда вылазят уроки. Вот и мы получили один. Так, ребят, как видите, мы с этой задачей справились. Вот наш кабель, он вылез, веревка
помогла нам. Так что приступаем дальше. Как-то у нас медленно это и прошло. Процедура засовывать кабель в ПНДшку. Ну, там у нас были свои нюансы, вы уже это видели. Поэтому, я думаю, последующие будут процедуры намного быстрее. Поэтому не переключаемся, смотрим. Вот ребята уже приступили по отсыпке песком. Слой где-то 5 сантиметров. Это необходимо для укладки провода. Чтобы там не было никаких камней, ничего, лучше подсыпать это все дело песком. Вот мы где-то вырыли на сантиметров 60-70 всего лишь получилось. Дальше уже идут камни. Поэтому будем так, чуть-чуть не по норме делать. По норме лучше траншею выкапывать на 90 сантиметров. Потом у нас подсыпочка идет песка где-то на штык лопаты. И лента сигнальная кидается. У нас все это будет с глубины 70 сантиметров где-то получаться. Ну, потому что нет резона копать камни эти. Сейчас, ребята, постараемся и покажу, как приблизительно правильно это должно выглядеть, просовывать кабель в ПНДху. Потому что у меня как-то это получилось не очень. Поэтому смотрим. Должно со второго раза зайти, но если со второго не зайдет, то с третьего обязательно. Так что со стороны уже посмотрите, я уже комментировать этого не буду. Тут и так предельно понятно, что мы должны были в итоге получить. Так что смотрим. Видите, чуть-чуть получше уже получилось. Я думаю, все быстрее и быстрее. Вот, ребят, наша работа, которая, мне казалось, очень легко, быстро сделается, она получается очень как-то медленно, но она все-таки как-то движется. Вот, смотрите, мы проложили, вот здесь вот мы проложили наши кабели, осталось сейчас вот присыпать сантиметров 10 надо песочком присыпать. Потом мы чуть-чуть начнем уже засыпать нашим грунтом, который мы выкопали, и уложим еще сигнальную ленту, которая будет нам сигнализировать, что здесь кабель. Я пока поехал, возьму что-нибудь в магазине покушать, уже все проголодались, ребята приступят к закопке, давайте так скажем, к закапыванию нашей траншеи. Решили немножко перекусить, купили шавермы, сейчас пару минут пообедаем, поужинаем уже и приступим дальше к работе, так что оставайтесь с нами. Как видите, дорогие подписчики, мы уже приступили к закапыванию нашей траншеи. Потихоньку начнем. Я думаю, быстренько закончим. Будем закапывать быстро, не торопясь. Вот так вот. Так что мы уже на финише. Так что оставайтесь с нами. Посмотрите конечный результат. А мы продолжаем работать.